Надо брать. Ну это вообще ужасная идея. Мне стрелять-то будет? Какая злобная турелька-то. Да. То есть они здесь переделали оборону, здесь этого не было. Как с этим гранатометом-то определяться, чтобы стрелять? Хоть и ракет надел с запасом, но все ж таки. Попал, не попал. Блин, поймешь. О, вон там еще наверху турелька, я смотрю. Пулемета неохота мне пока сандалить, я что, зря ракеты делал? Ладно, я тут, вы уже поняли, как буду разбираться. По идее, когда меня атаковали в пещере, одной ракеты вполне хватало зажигательной. Так, был пролак, ну конечно, ты не зарядился, нафига это надо? А чё, попал? Сиди, въезжай. Попал, не попал. Ну, давай вот так вот. Ради интереса. Довольно-таки мне вот интересно другое. Ну вот выше этой веточки возьмем. О! Надеюсь, повреждается. Это еще стоит, гадина. Одной ракеты что, не хватает, что ли? Я вот правда не помню, блин, они же вроде никогда не горели так хорошо от огня. Ну, а теперь придется парить себе голову. Да хорош ты стрелять так. Кстати, броня очень плохо. Она вообще не коцает броню. На оружие здесь расходуется, это видно и так. Невооруженным взглядом. Так, и как мне тут быть-то? Этой всей хреномантией. Проще, наверное, было обычной ракеты построить. Оп, сомневался, что ты про меня забудешь. А, они разваливаются, разваливаются. То ли попасть надо получше. То ли головой подумать для начала. Надо было догадаться, что меня там прибьют. Хреново, что еда заканчивается, но мне здесь придется помирать, потому что еды у меня нету. Дай.
Никогда лишними не будут. Так. Калаш нафиг. Это нафиг. Это оставляем вот здесь. Так, мне нужен греник. Так, еще вот это вот я все выбрасываю. Оно мне не нужно, в принципе. А нет, это оставлю. Двери, камень. Оставим. Так, броньку можно здесь оставить, она мне тоже не нужна. Пулемет вот сюда. Да понял, я понял, что вы злые скотины. Так, ладно, друзья, я сейчас пока тогда на паузе поразбираюсь в одиночку с этими турелями. Это будет довольно-таки долго. Учиться, блин, попадать бы еще хорошо. Но это без прицела как-то надо делать, блин. А, блин, еще это сбивается, чтобы не дюпили снаряды. Тоже бесит. Смотри, а там, походу, верхняя не горит, получается, да? То есть... Да, верхние не горят. Да, я могу с пулемета, короче, это все отчекрыжить. Сейчас тут там его возьму. Япон. 8x давай скрафтим. Мюзик скрафтим. Какой получше-то будет. Скрафчу 2, проэкспериментирую. Мне отдача сейчас маленькая нужна. И с инструментов, короче... А, все скрафтилось. А спальники? Спальники не успели скрафтиться. Возможно, у меня все выпало тупо, да? А что они здесь сделали, простите? А если греником туда? Себя бы не поджечь. Ага, смотри. Все ж горит, горит. А там? Там он, походу, пофин туда. Да. Им пофинту. Это немного даже обидно, слушай. Проще, может, их разрядить через этот каньон, а? Нет, тут надо, если что, стрелять. Я лестницы с собой не взял, о, долбоёб. А хотя, ладно, мне-то чё, я на второй этаж там переться и не собираюсь. Ага, все-таки горит верхняя площадка. Только чтобы она горела, надо нехило повыебываться. Не скажу, что меня это радует. Ну, блин. Это что сейчас было такое? Смотри, стоит еще. Вот это она, блин, злая. Слушай, подруга, я тебе что сделал-то? Ух, тут ракет-то надо. Не, ну зажигалками, конечно, довольно-таки аппетитно, я тебе скажу. По эксплозиву охереть как дешево, если так уж разбираться.
Может, и все остальные это дорого по эксплозиву. А тут дешево. Сердито. Чё это, блядь, было сейчас? Ой, Раст, я тебя вот обожаю. Я вот сейчас представляю, я пошел бы на официалку, вот так ракету бы просрал. Да я бы этого не пережил. Ну, если бы соло, конечно, играл. Трайби-то глубоко бы похеру было. И вот так вот, да? Ну да, хорошо горит. Так, там козлина-то сгорел или нет? Чего они здесь пытались построить? Ой, да хорош тебе злиться-то. Кровотечение мне делают постоянно. Так. Там что, еще турели были? Ёпт. Блин, больно. Это интереснее, кстати, становится. У них, значит, какое-то еще помещение не здесь хотели. Ну ладно. Приступаем к плану, который я не хотел делать. Блин, патроны расходовать эти неохота. А я... О! Меня уже злости не хватает на этот весь дурдом. Так, как раз засеку время, сколько мне надо было, чтобы пробиться. О, она сейчас еще и подгорать будет, так что вообще чудесно. Так, ладно. Здесь закончили. У нас еще там. Там надо, наверное, зажигалками бы попроще, да? Попасть на такое расстояние... ну, блин... Я не сомневался, что я не попаду. Ну... Ай, блин. Неудобно без прицела-то. Так. Теперь надо выше вот этой вот веточки. Вот выше вот так вот. И точно в цель. Ёптую! Ты чё, бешеная такая? Совсем взбесилась. Чего плохого сделал? Просто подпалил пердак, подумаешь. Да, так гораздо. Да я понял, понял. Вредные сучки. Все-таки разрывами намного проще турели сбивать, я тебе скажу. Ладно, я на паузу, короче. Иначе это удовольствие. Сколько я тут уже... Так, пока 19 минут записи. Ладно, сейчас я зачищу, дойду до дома и вернусь к вам.